Вопрос. Если человек вошел в мечеть в то время, когда молитва запрещена, совершать ли ему молитву приветствия мечети или нет? Ответ. Хвала Аллаху. По данному вопросу между учеными существуют разногласия. Однако более верное мнение заключается в том, что молитву приветствия мечети, тахиятуль масджид, можно совершать в любое время, даже после утренней молитвы фаджр и после предвечерней аср. Во-первых, потому что слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, универсальны. Когда кто-нибудь из вас войдет в мечеть, пусть не садится, пока не совершит молитву в 2 раката. Хадис передали Бухари и Муслим. Во-вторых, данная молитва совершается по определенной причине, после определенного события, как и молитва обхода тауаф и молитва во время затмения. Таким образом, верное мнение гласит, что такие молитвы совершаются и в то время, когда иные молитвы запрещены, как и, например, молитва для восполнения пропущенных обязательных молитв. Что касается молитвы обхода, то пророк, да благословит ему Аллах и приветствует, сказал: «О Бану Абдманаф, не мешайте никому совершать обход вокруг этого дома и молиться в любое время ночи и дня». Передается от Ахмада с достоверной цепочкой передатчиков. А по поводу молитвы затмения, он, да благословит ему Аллах и приветствует, сказал: «Солнце и луна – два знамения Аллаха. Они не затмеваются из-за смерти или рождения кого-либо. А Аллаху ведомо лучше».